Самые яркие, активные, успешные женщины города встретились в клубном учреждении «Лира». Общественная организация «Женщина-муравленка» традиционно провела праздник «Дыхание весны». Они работают уже более 10 лет. Бессменный руководитель «Женщин-муравленка» Валентина Полынова. Представительницы общественной организации являются учредителями различных праздников, инициаторами акций и всевозможных благотворительных мероприятий. Они разных возрастов и профессий. С праздником женщин поздравили депутат Государственной Думы Владимир Пушкарев, глава города Александр Подорога и руководство «Газпромнефть Муравленко». Я хочу вам пожелать, чтобы дома у вас царил уют, была радость, и чтобы мужчины, которые рядом с вами, всегда вас радовали и оберегали вас, чтобы вы были счастливы, здоровы, всяческого долголетия вам, и чтобы успехи были на работе, в семье и дома. Всего хорошего, с праздником! Очень много названий, очень много статусов. Ну, наверное, самый главный из них – это мама. Самый теплый, самый приятный, самый основной признак, который определяет, наверное, настоящую женщину. Мама, спасибо вам огромное за то, что вы на своих плечах несете не только домашний быт, уют, но еще и, конечно же, это радость. Ну и большая обязанность, большая ответственность